Сегодня я буду играть в World of Tanks Blitz. Играю я на телефоне, потому что у меня случились огромные неполадки на компьютере. А конкретно там что-то случилось с диском. Сегодня я буду играть на танке КВ-1. Давайте пойдем в бой. Играем на карте Зимняя Малиновка. Режим превосходства. Так, давайте поедем на тяжелый фланг. Надо быть осторожным на этой карте. Так как так иногда бывает так, что, например, все враги идут через точку Б. Тогда они могут застать нас врасплох. Так, давайте едем. Я, скорее всего, буду стоять там. А пока мы едем. Вот первый враг. Стреляем. Поставили на гуслю. Так, надо быть осторожным. Тут еще пару врагов. И кажется, пора отсюда валить. Давайте встанем сюда. И будем готовы к атаке. Так, у нас есть сзади союзник, к счастью. Так, давайте. Осторожно! Есть попадание. Так. Отлично, нашего союзника убили. Так. Мы попали в гусеницу. И мы погибли. Вот так бывает, когда все противники едут через один фланг. Давайте пойдем на следующий бой. Вот и начался следующий бой. Я хотел сказать, что на телефоне звук намного четче, но при этом у меня совсем не похоже на настоящий голос. Так, давайте скажем, что мы хотим ехать на тяжелый фланг. Вернее, фланг тяжелых танков. Давайте здесь подождем. Сейчас нам надо стать ромбом, чтобы нас не пробили. Так, нет, неудачное место. Опа-на. Я стрелял наугад, поэтому, собственно, не попал. Так, давайте с другой стороны посмотрим, что происходит. Опа-на. Черчилль первый. Исход контужен, но нам это не помеха. КВ-2 не пробил, к сожалению. КВ-1С. Так, у нас плохо. У нас все плохо. Нужна помощь. Так, давайте сейчас подождем, пока он выйдет. И прячемся. Нас окружают со всех сторон. Но КВ-2, похоже, не знает, что есть фугасный снаряд. Я пока воюю с Т-1 Хэви. Так, нам лучше быть внимательнее. Нам наконец-то приехала помощь. Так, и все. Сейчас либо я побеждаю, либо он побеждает. Нужна помощь. Быстрее, 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 быстрее. Ах ты! Но, к сожалению, мы погибли. Давайте посмотрим, как закончится этот бой.
Мне интересен штук. Вот он. Он приехал на помощь к тяжелому флангу. Но погиб в бою. Так, а что же делает ЛТ-фланг? И здесь тоже идет проигрыш. Так. АМХ-12 немножко не попал. Но почему он стоит на месте и перезаряжает, мне непонятно. Так, давайте посмотрим леопарда. Я один не сможет победить 5. Вернее, 4. А нет, 5. 5. Извините, ошибся. Давайте начнем следующий бой. Вот бой снова начинается. Так. По-моему, у нас невыгодное положение. И нам стоит дать газ назад. Или попросить помощи. Довольно странный баланс. У нас один тяжелый танк, а у них два. Да, два танка тяжелых. Давайте лучше поедем с этой стороны. Карта рудники. Я, конечно, не особо люблю на этой карте ехать в гору. Но из-за того, что у врага целых два тяжелых танка, придется ехать в гору. Так как я один не смогу сдержать тяжелый фланг. Так, давайте поедем в атаку. Самое интересное, что два тяжелых танка тоже поехали по какой-то причине. По какой-то причине в гору. Надо быть осторожней. Так, мы проигрываем. Мне кажется. Давайте стрельнем в Черчилля. Так, не получилось. У нас там сзади какой-то червяк. Даже не червяк. Троян какой-то. Так, все, его замочили. Можно защищать фланг спокойно. А, я нажал на кнопку, она не нажалась. Так. Надо уничтожить Шермана. Все, отлично. Мы побеждаем. Черчилля 3 мы сможем спокойно уничтожить. Так. Так. Давайте отремонтируем гусеницы и уничтожим Черчилля 3. Су-85. Он последний. Так. Давайте... Нет, давайте все-таки бронебойным стрелять. Я постою здесь. Мне нужно сведение. Все, мы победили. Поздравляю всех. Я думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, поделитесь с этим каналом, кому-нибудь расскажите о нем. Ну, а вам я желаю всего хорошего. Всем пока.